Ребятки, я всех приветствую. Только что зашел в Успенский собор на улице Преображенская, где находится Касперовская чудотворная икона Божьей Матери. Приложился к иконочке, поблагодарил Пресвятую Богородицу за то, что она оберегает, потому что для меня, как для православного христианина, это самая главная защита. Самая главная защита от всего. И от видимых, и от невидимых сил. Вот. И я уже неоднократно говорил, особенно когда комментировал ситуацию по поводу, ну, когда вот это вот у нас на проспекте Шевченко там взорвалось, да, был воздушный бой, и там пострадал жилой дом, бизнес-центр. Я говорил о том, что от такой ситуации не застрахован никто. То есть, и когда вот ракеты попадают в жилой дом, то есть, ну, это как рулетка, знаете, своего рода. То есть сегодня может попасть в этот дом, завтра может попасть в любой другой дом. И несмотря там на работу ПВО, сбивают они, не сбивают. Да, конечно, огромная благодарность силам нашей противовоздушной обороны, которые уничтожают большое количество вражеских целей, которые летят, в том числе и на наш регион, на Одессу, на Одесскую область. Сбивают эти ракеты, шахеды. Вот. Но бывают случаи, когда и ракета попадала в жилой дом, и шахет попадал в жилой дом. И не только ракета и шахета, бывают обломки. Когда у нас обломки шахеда убили женщину, которая находилась у себя дома, и семейную пару, муж и жена, шли по улице, и обломками их убило. Вот в таких ситуациях. От таких ситуаций не застрахован никто. Единственная защита в такой ситуации – это Бог и Пресвятая Богородица. Поэтому нужно молиться, чтобы Господь хранил от подобных случаев и оберегал. И вот когда ночь проходит спокойно, когда выживаешь, так сказать, после какой-то очередной атаки террористической на мирный город, то вот по возможности нужно стараться. Я стараюсь попасть в чудотворные иконочки Пресвятой Богородицы, поклониться, поблагодарить за то, что жив, здоров. И все в порядке. Такие дела, друзья. Все, всем мирного неба. Подписывайтесь на канал. До встречи, пока.